представим, что вы в комиссии, которая выбирает город, в котором пройдет Евровидение в следующем году. Да. Какой это будет город? Есть 5 претендентов. Киев, Львов, Одесса, Харьков и Днепр. Конечно, Харьков. Какие бы аргументы вы приводили? Во-первых, потому что Харьков – это столица музыки, мое мнение. Это молодежный город, он очень многонациональный. То есть многие представители разных государств проживают в Харькове, и, как бы, мне кажется, было бы им очень приятно, да, если они увидели бы своего претендента от своей страны здесь, ну, в Харькове. Наличие инфраструктуры хорошей, то есть это аэропорты, вокзалы, трассы международные. Ну, конечно же, в Харькове. Почему? Какие у вас были бы аргументы? Ну, во-первых, потому что это достаточно большой город для того, чтобы иметь возможность разместить желающих посетить это мероприятие. А во-вторых, потому что это город, который даже без приезда гостей обеспечит великолепную посещаемость этому событию. И, во-первых, потому что это наш город самый любимый. Разве это не самый главный аргумент? Конечно же, Харьков любимый, родной. Какие у вас аргументы? Самые дружелюбные, самые красивые, самые цветущие. Куча мест для отдыха, для туристов, не знаю. Очень много всего. Отличная инфраструктура, метро. Что еще? Какие еще аргументы? Это просто Харьков. Один из самых молодежных городов. Это на самом деле столица для студентов. Поэтому это всегда центр активности, центр талантов, центр... Это, в принципе, я считаю, что всего. Потому... Естественно, Харьков. Ну, в принципе, как бы все города из тех, кто подали заявки, красивые, но Львов, он более такой насыщенный. Более мест красивых больше. Вот. Вы не из Харькова? Нет. Одессу. Там народ такой артистический. Он любит, так сказать, шутки, любит анекдоты. А раз к нам приедут представители из других стран, желательно, чтобы мы там их повеселили, чтобы они у нас не скучали. А на втором месте, конечно, я как патриот, Харьков достоин, заслуживает. Либо Днепр, либо Львов. Какие аргументы были? Почему? Мне нравятся эти города. Хороший аргумент. Львов, конечно, самый колоритный город Украины, как по мне. Ну, Київ – це столиця. Це презентабельно для України, оскільки... Ну от по Києву можна судити в принципі про Україну. Якщо приїдуть туристи, то їм буде цікаво дізнатися традиції, подивитися, що собою являє, що столиця, що Україна. А Дніпропетровськ, ну я там, чесно кажучи, не була, але ну набережна найдовша, і в принципі, наскільки я знаю, то місто зелене. Тому мені здається, це також було б гарне місце проведення до цього заходу. За Харків. Нам саме удобно попасть сюди. Нам Львов нравится, Киев тоже нравится. Ну, Харьков сел на машину, 2 часа и в Харькове. Тем более дорогу отремонтировали. Аэропорт есть, где проводить Евровидение, зал есть. Достопримечательности есть, чтобы посмотреть, показать туристам, которые приедут. Конечно, Харьков. Харьков лучше. Красивый город очень. Много интересных мест, парков. Есть где отдохнуть. А где проводить? Есть? На площади, на самой большой. Харьков очень подошел и город, по-моему, стал.